Опасность подстерегает людей не только на тонком льду. Излишне доверчивые муромцы вновь и вновь попадаются на удочку телефонных преступников. Никакие предостережения не спасают их от потери денег. На днях крупной суммы лишился 26-летний житель Мурома. Молодой человек ответил на телефонный звонок, который поступил якобы от сотрудника банка. На самом деле звонил мошенник, который путем обмана заставил потерпевшего перевести деньги с банковской карты на неустановленный счет. Добычей телефонного вора стали 500 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.